Проблема в том, что элита не сформировалась. Вот те же самые Медведчуки, которые разбогатели, там, Пинчуки, Коломойские, Ахметовы, владеющие всеми телевизионными каналами, сами для себя не поставили инновационную цель – изменить страну. Они сами для себя ничего не хотят менять, потому что у них все хорошо, все в шоколаде, поставки идут, тарифы платятся, зеленая энергетика крутится, бабки выкачиваются, и себя, и своих детей не видят там, в Европе. Если, конечно, их будут пускать. Хотя вот уже Коломойского, судя по всему, никуда не пустят. Хотя его депутату Дубинскому уже... финансовый мониторинг поставил, финансовые санкции Соединенных Штатов Америки. Деркача наказали финансовыми санкциями Америки. Нет, элиту нашу догонят, и заканчивать они жизнь эту будут практически в изгнании.